он в этой ситуации обязан был фалить. Обязан. Потому как Лабарде уже готовился к тому, чтобы в штрафную ворваться. Эльмир Набиуллин. Лучший молодой футболист страны прошлого сезона. Стандарты от Краснодара. Штука всегда непредсказуемая. Они гораздо и на какой-то оригинальный розыгрыш. Но здесь настолько все-таки удобная позиция для того, чтобы пробить, прошить. Хотя, если бы чуть подальше от штрафной. Смотрим. Перейра у мяча. Мягкий удар и гол! Ах, да гол каков! Перейра укладывает мяч в самую девятку. Ох, как мягко, изящно. Я вас предупреждал. Две по-настоящему играющие команды, знающие вкус, имеющие вкус к атаке, толк в атаке и знающие, как голы забивать. Совершенно разные голы бывают, в том числе и со стандартов. С полушага буквально Перейра удар наносит. И каков этот выстрел. Упаковал, ленточкой обвязал. И по почте... Да нет, это не Россия, а по самой что ни на есть уругвайской почте.